«Красивая акция». Проект с таким названием запустили представители регионального общероссийского народного фронта совместно с Ассоциацией предпринимателей индустрии красоты. Этот цикл мероприятий, с чего начали, расскажет Элла Шахова. Салон красоты Ирины Павлухиной действует уже 15 лет. Он находится вблизи сразу нескольких медучреждений. Поэтому медики здесь частые гости. У нас много клиентов-медиков. Они нам говорят спасибо. А теперь мы хотим поблагодарить в ответ как бы всех медицинских работников и ждем вас в нашем салоне. Сделать красивый подарок медработникам представители бьюти-индустрии смогут благодаря совместной акции с региональным отделением Общероссийского народного фронта. Мы надеемся, что в ближайшее время эта пандемия закончится и медицинский персонал сможет себя порадовать бьюти-процедурами в салонах красоты нашего города. Сделать маникюр, педикюр, красивую стрижку, укладку, либо услуги массажа. В акции участвуют около 20 салонов представителей индустрии красоты. Они и Общероссийский народный фронт предоставили более 200 бесплатных сертификатов на бьюти-услуги. Их получат медики, работающие в зоне риска. 40 сертификатов передали сотрудникам госпиталя медсанчасть, где лечат коронавирусных больных. Коллеги работают в таком повышенном напряжении практически в течение 4-6 часов в этих средствах индивидуальной защиты, что, конечно, играет большую роль в общем самочувствии как бы самих сотрудников. Бьюти-процедуры всегда приятны. Это и прессотерапия, это и массаж, и, в общем-то, процедура ухода за волосами и лицом, наверное, каждому человеку приятны. А сейчас, работая в таких сложных условиях, конечно, медицинские работники порой забыли о себе. Вот. И придет время напомнить об этом. Сертификатом медики смогут воспользоваться с 1 июня и до 31 ноября этого года. В рамках красивой акции проведут цикл мероприятий. Предполагается также создание цветочных композиций от профессиональных флористов. Художники нарисуют портреты врачей, а пациенты запишут видеоролики со словами благодарности. Элла Шахова, Сергей Свешников, Вести Ульяновск.